Всем привет, с вами Дарт Калашпул, Андрей Калашников. Я записываю открытое видео обращение к злому Ромчику и к Юре Овсянникову, которые обещали сделать в январе топовое видео про меня, где меня выставят пидором, клоуном, дебилом и прочей гнилью. Первое, что я хочу сказать, что когда будет делаться видео, чтобы этот Юра сделал скриншоты нашей смс-переписки, где я просил, хотел попросить его о помощи, когда забирали мою мать в больницу. Я хочу, чтобы эти скриншоты были в видео. Плюс, хочу также услышать его объяснение, почему он не брал трубку, почему он сбрасывал мои звонки, когда мне была нужна его помощь по-настоящему. Также я хочу, чтобы в видео были отображены следующие факты. Почему, когда его жену положили в больницу, я звонил каждый день, спрашивал, вот не интересовался. Почему, когда мне было плохо, он мне ни разу не позвонил и ни разу не интересовался. Хочу также заметить, что он, когда мы общались, дружили, он заранее выкладывал снимки, скриншоты нашей переписки в WhatsApp. Делал этого он для того, чтобы выставить меня на смех, выставить из меня клоуна. То есть, когда я с ним дружил, он тогда меня предавал. Также я хочу, чтобы в видео были записи наших аудиопереговоров тогда и на что я просил деньги. Пусть он объяснит, на что, как я просил. Пусть он также расскажет о моем тяжелом положении, о котором он в курсе. Я хочу все это услышать лично от него. Я хочу услышать, почему он тогда не брал трубку. Почему после первого прощения он пришел и пожелал мне смерти. Я хочу услышать видео, почему я грязь под ногами. Почему я и моя семья шайка, а его люди. Я хочу это все услышать в видео. Я хочу, чтобы это все было там, коль обо мне вы будете делать видео. Выставить меня полным придурком не получится. Я бы не сделал бы то, что я сделал бы без веских причин. А причины были. Да, я признаю факт, что он мне помогал финансово. Я признаю факт, то, что я ему должен. Все, что я должен, я верну. Сделаю подтверждение видео и выложу на канале. Я хочу, чтобы все эти факты... Факты были учитаны в видео. Со своей стороны, как только выйдет видео, я сделаю ответ, где предоставлю все необходимые документы, свои правоты. И то, что ваш Юра вовсе не тот добряк, о котором мне пытались сказать и рассказать. Добряк тот, кто после такой лажи спокойно позвонил и разобрался. Поговорил, как мужик с мужиком, а не как детский лепет, оскорбление. Оскорбляет меня, мою семью. За что я заслужил смерти, я не пойму. За что? За то, что я нищий, а ты богатый. Ты выставляешь себе то, что у тебя бабок нет. А ты вспомни, как ты говорил каждый день, сколько ты жене засылаешь, сколько всего и что у тебя есть. Просто я хочу знать, объясни в видео. Или пусть твой Баклан объяснит в видео, почему ты желал мне смерти. За что я должен умереть? Почему моя семья шайка, а твои люди? Я хочу услышать это видео. И если вы, кошельки, будете смотреть это видео и обсуждать меня в WhatsApp, какой я баран, я нищеброд. Я желаю вам, чтобы в ваш дом, на вашем пороге, пришло то, что я испытываю по жизни.